Всем привет! Сегодня буду готовить морского окуня в духовке в фольге. Итак, что нам нужно? Окунь, я его уже почистил, лимон, приправа. В приправу входит кориандр, майоран, белый перец и розовый перец. Растительное масло, соль, ну, фольга, собственно. Итак, приступим. На рыбе нашей делаем насечки. Затем, после того, как сделали насечки, посыпаем нашу рыбу специями. И солью. Перевернем на другую сторону. Затем разрежем лимончик. Польем соком. Так, затем в лоток добавим растительного масла и будем обмакивать каждую рыбку, а затем заворачивать в фольгу. Ножницы. Вот так. И вот таким вот образом выкладывать на противень. Итак, рыба упакована в фольгу. Включаем духовку на 200 градусов. И ставим нашу рыбку в духовку примерно на 40 минут. Друзья, прошло 40 минут. За эти 40 минут я убавил огонь до 100 градусов, ну примерно через 20 минут после того, как включил рыбу на 200 градусов. Вот. Сейчас я выключаю духовку и буду доставать нашу рыбку. Смотреть и пробовать ее. Так, ну, возьмем вот эту. Смотрите, сколько сока. Чем мне нравится этот рецепт, то что он простой, довольно-таки быстрый, диетический и вкусный. М-м-м.
Очень вкусный окунь. Друзья, рекомендую так готовить окуня. Очень вкусный, диетический. Итак, подписывайтесь на мой канал.